Mercedes Гелендваген. Изначально был вот такой маленький монитор, а теперь большой, как на моделях 17 года, и сенсорное управление для дополнительных систем. Яндекс.Навигатор, голосовое управление. Окей, Яндекс. Play Market, любые приложения скачай и установи сам. Онлайн-телевидение. И все штатное осталось без изменений и ограничений, как и раньше. На гарантию не влияет. На любой Mercedes можно что-то подобное установить.